Ты неразговорчивая. Не люблю я. Говорить? Не люблю болтать. Но в конце концов, ты говоришь со мной. Обычно в районе Леона ты рассказываешь о том, как ездила туда с семьей. Твой брат там потерялся. Я не была в Леоне. Я знаю твое второе имя. Тайтон. Это не мое второе имя. И ты нашла брата в галерее потом. Может, я это придумала, чтобы ты заткнулся. Но ты же говоришь со мной. Кейдж, мне не нужно ничего знать о тебе. И будь ты поумнее, то не лез бы ко мне с расспросами. Только так можно пережить все это. А Хендрикса ты успела узнать? Откуда ты знаешь это имя? От тебя. Это невозможно. Тогда откуда я его знаю? Когда я его упоминала? При каких обстоятельствах? Из-за него ты не говоришь со мной? Больше никогда не упоминай его имя. Почему? Он мертв. Ты любишь его? Я 300 раз видела, как он умирает, и я помню. Все подробности, я помню все и не хочу об этом говорить. Извини. Это война.